в пятом номере Брукхевена. Сначала дух создателя, потом странное послание на спинке стула. И вот я уже стою напротив странного зеркала, которое даже ничего не показывает. Оказалось, что внутри там кнопка. Вы слышали этот звук? А он означал лишь то, что мистика становится все ближе. И если забраться на эту тумбочку рядом с кроватью, то можно нажать на еще одну кнопку. Снова этот звук. Как думаете, что все это значит? Ой, а что это там такое? Подпишись и поставь лайк, если ждешь продолжения.